Представляете, друзья? Ой, третий процесс у меня. Вот, третий процесс. Вот тут у меня в этот раз вообще. Вот это первый процесс, это второй, это третий. Вот. Было бы еще 50 рук. Здравствуйте, друзья мои. Вот, смотрите. У меня еще третий процесс. Вот такие красивые розы. Вот будут. У меня вот, как говорится, сейчас начну вот этот вот. Еще один процесс. Тут вот, короче, обложился по полной программе. Вот. Розы красивые, кстати. Очень красивые розы. Сейчас немножечко вам этого процесса покажу. Я вот, клеющий слой. Видите? Тоже круглые страсики, кстати. Тоже круглые стразики. Размер 30 на 30. Вот. У меня там еще есть тоже розы. Вот. Маленький рядочек такой. Повыкладываем. Просто покажу вам. Это розы первые. И там еще есть. И самая большая картина есть. Розы. Хочется все процессы начать делать. Вот. Видите. Красота. Да и только. Красота. Красота. Там Маня меня прыгает. Туды-сюды. Туды-сюды. Вот. Красиво-то как. А? Ледочек. Хочу показать вам. Вот, видите. Капельку повыкладывать вам до процессика. Тоже красиво. И у нас и Крым, и все остальное. Вот. Вот такая работа у меня. Картинная, как говорится. Так вот. Это такой цвет темный. Но он не черный, друзья. Вот такой темно-темный такой. Это на подрамнике, кстати.
Яркий процесс, яркий лёд. Мозаика. Это очень увлекательно и прикольно. Потом, товарищи, ребята, сделаем, может быть, выставку. Ну, видеоролик сделаю, выставки. Маленький квадратик одного цвета. Ну вот, маленечко я сделал. Вот потом вам покажу. Вот смотрите. Блескучие такие, видите, прям вот блестять. Это вот такой процесс, розы будут. Ладно, милые. Всем пока, до новых встреч. Продолжение роз будет скоро.